Всем здорово. Сейчас за 5 минут будем колхозить приспособу для разматывания кабеля. Разбираем диск здоровья. Одну половинку убираем. Кладем диск на кусок подвернувшейся 12-мм фанеры. Размечаем середину. Чертим круг наибольшего диаметра. Оставшуюся площадь делим на 3 равных полоски. Пилим все это дело. Шкурим детальки. Сверлим отверстие в одной из половинок диаметром 4-5 мм. Кладем половинку диска примерно посередине отпиленного круга. Берем самые короткие клопы, прикручиваем диск к фанере. Откручиваем, потому что забыли вставить вал. Берем вторую половинку, накрываем первой. Ставим стопорное кольцо на место. Берем полосочки и прикручиваем уголочки. Размечаем места крепления уголков к диску. Крепим. Крутится. Ну и наденем бухту, проверим, как работает. А? Лучше эту приспособу ставить повыше. Потому что если стоишь на стремянке или на ходулях, вот такая вот хрень происходит. Ну или можно доколхозить, чтобы кабель не слетал. Все, спасибо за просмотр. Кому было полезно, подписочка. Всем пока.